Проблема, возникающая из года в год, снова на повестке дня – стаи бродячих собак. Жители алмазной столицы снова сталкиваются с агрессивными безнадзорными животными. Стаи собак разгуливают возле учебных заведений, детских площадок и магазинов. Коммунальные службы говорят, что эта проблема носит сезонный характер, а работу по отлову проводят систематически. Подробности в материале наших коллег. Социальные сети пестрят фотографиями и видео бродячих животных. Они сбиваются в стаи, разгуливают возле учебных заведений, детских площадок и магазинов. Горожане боятся выходить на улицу. Много собак собирается в стаи, нападает на детей. Ну, очень неприятно, даже сам боишься. Посмотрите, как разносят помойку постоянно. Угу. Каждое утро очень грязно. Да и сами горожане являются во многом виновником в этой истории. Недобросовестные владельцы отпускают своих питомцев одних на прогулку. Особенно часто такие собаки в ошейниках и без хозяев находятся в частных секторах города. В течение всего 2017 года велась работа по отлову безнадзорных животных. Вот, ежемесячно, еженедельно. Сводка предоставляется на утренних плановых совещаниях по количеству отловленных животных. Периоды у нас они... Что зимний, что летний, постоянный отлов в этих периодах ведется. То есть никаких остановок, никаких ограничений за весь год не было. С начала года по середину ноября отловлено 1079 голов безнадзорных животных. До конца года в планах увеличить эту цифру до 1800. Также в решении проблемы поможет строящийся пункт передержки и стерилизации. Его открытие планируется в 2018 году. Но как быть с домашними питомцами, которые оказываются выброшенными? Волонтеры алмазной столицы хоть и пытаются помочь им, но не справляются с огромным количеством бездомных зверей. Многие из выброшенных пополняют бродячие стаи. Помочь сократить численность безнадзорных зверей может своевременная стерилизация и кастрация домашних питомцев. Мы к этому очень серьезно относимся, потому что операция – это, соответственно, и вскрытие, полостные и всякие, это контакт, это должно быть стерильно. На сегодня стерилизация и кастрация зверей – самый гуманный способ контролировать численность бездомных животных. А право выбора остается за жителями алмазной столицы. Хотим ли мы сами улучшить ситуацию в городе с бродячими животными? Или снова спихнуть ее решение на коммунальные службы?